Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Докачал я седну. Химку. И мы сегодня тестим дальше наш составчик. Что тут нас немножко обогнали? Да, улучшились. 4, 1 и 8 уже парни набивают. Попробуем. Давай, попробуем вот такой вот состав. Все 30-е. То есть тест номер 2. Главное, чтобы не сорвалось. Знаете как? Главное, чтобы не сорвалось. Так, вот такая вот имка. Укротитель. 2. Тыковка. 3. Так, стрелка мы убрали, да? 1, 2, 3. Ведьма. 4, то есть все максимальное, что можно. Огник перекачал. Тут сейчас мы поменяем. 5. И кто там у нас еще? Кто там у нас еще один? А, и космо. И наше космище. Тут тоже надо первого мага сюда вставить, чтобы уже, знаете, так было именно четко и конкретно. То есть максималка такая вот дает вот столько, чтобы люди уже понимали, к чему можно стремиться, либо что не надо делать. Но плюс-минус там получается одно и то же, но все равно уже хотелось бы закончить этот вопрос. Плюс-минус, опять же, есть трендом, переходы, там куча разных факторов, которые влияют на это все. Но все-таки плюс-минус мы сможем уже сделать, что-то определить. Так, нам надо еще и на стрелке поменять чару. Знаете, вот когда надо, не падает. Когда не надо, падает валом этих пиромагов, блин. Тут пятерку поставим уже. А вдруг это что-то изменит? Потом поменяем. Все равно битвы в геле еще нет. Так, ну, первый мах нам четвертый не интересен. По сути, они где-то плюс-минус одинаковые. То есть разницы вы не увидите. Этот просто вблизи, все равно я всех героев кидаю сразу же в ноги. Разницы я там особо не вижу. Так, вот, отлично, на стрелка сейчас кинем. Короче, кидаем на стрелка, бежим. Чем мы паримся реально? Все равно все результаты даже при одинаковых этих могут быть разными. Так, стрелок. Воу-воу. Мы уже подходим к ляму 300. Так. Ну, вроде как бы все. Поехали еще питомца проверим. Окончательный вариант, потому что я делаю обзоры, могу что-то снять. Так, раз. 2. 3. Четыре. 5. Вышел зайчик погулять. Ну, вроде как-то так. А, хотя, кстати, этому было бы поинтересней. Для космо. Ремку плюс поставить. Давайте попробуем такой вариант. Вот так. А тут поставим ремку все-таки.
красиво. 151, 51, дроп 1. Ремка, приди. Ты нужна здесь. Знаете, сейчас как назло, сколько раз я ролил, показывал таланты СО. Ну, блин, вот самый крутой сервер, где вот мне нравится выбивать таланты, где есть возможность это делать. И вот именно здесь падают просто бомбические таланты. Посмотрите, какие таланты. Вот и ремка. Когда мы там на русском, раньше, блин, 100 сундуков ловишь ту ремку, это за счастье. А тут просто все изи. Так, есть? Поехали. Сейчас, знаете, так. Зашли, слились, зашли, слились, зашли, слились. Let's go. Стартуем с космо. И всех остальных в ноги. И сейчас шанс слива минимальный. Вот видите, вот эти вот моменты очень многое решают. Ну, сейчас можем просто посреди слиться, как это было уже в конце. Самое интересное, вот наблюдать вот эти вот секунды. Сколько секунд останется. Потому что вариации как бы очень разные. Там 2.16, 2.15. Я имею в виду то, когда мы убиваем первого архи. Вот 2.17. Вроде неплохо. И дас видос. Амигос. Вот видите, что делается. Так, хорошо. Ну, поехали еще разок. Сразу вот так вот. То есть, вот этот результат будет намного лучше. Уже видно, да, что он будет намного круче и лучше, чем предыдущие наши заходы. Можете посмотреть видос, который я открыл вчера, и вы там увидите, там было 2.15, то есть такое время за первого, а тут уже видно сразу результат. Ну, опять же, рандомчик при выпуске, то есть по-разному он вылазит, и вы тут ничего не сделаете. Можно обезопасить себя, чтобы набить, поставить там доспех, чтобы не, ну, отражалка не срабатывал. То есть вариации разные есть. Мы просто тестируем уже так, такие, скажем, топовые составы, где вот сейчас опять сольемся. Это было очень заметно, что вот сливаемся именно, видите. То есть когда выпускаешь сразу, вот там будет на завтра, на утро, когда выпускаешь сразу, на первом сливаешься. То есть надо выдерживать какую-то паузу. Вот будем теперь вычислять. Знаете, как девочки вычисляют. Теперь мы так будем делать. Так, поехали. У нас на китайке тоже там архи есть. Вроде открылся. Я его не бегал даже. Забежим хоть посмотрим, что там такое интересное есть. Было бы прикольно, если бы там такой же был. Такс. Тут он заканчивается. Вот такой вот состав без огника. Давайте уберем нафиг стрелка, оставим все-таки огника. Мне просто интересно уже чисто такой же состав. Просто сейчас мы не будем набивать топ, мы просто посмотрим, как мы сможем его удержать. Все отлично. Если только на огнике гляну, что там на нем стоит еще. В принципе, можно и не качать. Поехали. То же самое. Стартуем с космо. Давайте первый заходик. Так-то стартуем точно так же. Take me to Neverland.
Возможно, надо где-то дальше, знаете, вот выпускать космо, так, чтобы он к нему летел. Может, он не будет срабатывать, это тоже надо будет потестить. Что-то над этим я думал. Дальность атаки, расстояние. Хотя он вроде автопрокер. Но видите, здесь вот кинули всех и нормально зашло. То есть рандом. Но по времени разница уже видна. Может, тут не такой архи, а мы его долбим с космо. Ну, вроде приспешников не вижу, значит, и урона по зоне тоже. Ну, урона по зоне мы и не увидим, в принципе. А топор с топором. Ну, то есть, как видите, космо реально везде тащит. Тоже очень обалденнейший герой для архидемона, для бездоната. Это просто подарок. Так, если он с топором, сейчас попробуем. Убрать космо. Здесь не нужен. Ставим просто химку. Ой, не химку, этого стрелка. А поставим стрелка, у нас будет ничья. Значит, поставим фрай, чтобы бравлер был. Ну, то есть 4 там и 500 будет где-то так. По сути, здесь герои не собраны, как видите. 4-4. Хорошо, убираем космо, ставим сюда. Что, у меня все фраи перекачанные, что ли? Да. Давайте уже так сделаем, чтобы по максимуму затестить. Раскол плюс новый этот. Так, Фрейя у нас, давайте изначально всех пересмотрим. Ставим раскол. 8. Типа бравлера. Так, стрелка мы не берем. Химка. Раскол. Ведьма. Еще заодно один тест сделаем. Так, а ну-ка пересмотрим солнцев. Так, раз, два. Так, надо ставить 3, 4. 5. Ставим Рудика. Тут 6. Ну, вроде как бы все. Поехали. Ну, там стампиромахи не стоят на всех. Наверное, на этом нету. Да, видите, здесь недомогание. То есть, это тоже немаловажно.
Мне просто интересно уже посмотреть преимущества с предыдущим. Так, топор вижу. Просто с топором, что ли? Да, судя по всему, просто с топором. Мне кажется, с космом мы больше набили. Тут как-то с разгоном вообще печально получилось. Да, тут похуже результат будет. Ну, вот это надо видеть описание архи. Ну, посмотрим сейчас. Может, действительно зайдет, тоже неплохо. Тут явно видно результат, что космос все-таки покруче. Даже смысла дальше бить нету. Такс, ну так вот, ребятушки, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики, пишите, что вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.